Группа 21-го гуманитарного конвоя Союза ветеранов афганской войны и событий в Чечне прибыла на территорию Луганской Народной Республики. Нашим бойцам передали ценный груз – снаряжение, обмундирование, медикаменты. Ребята полны сил и решимости, а всем жителям Коми, участвующим в благотворительных сборах, они передают слова благодарности. Я очень благодарю всех жителей Республики Коми, а также Союз ветеранов за оказанную помощь. Вот с такими средствами наблюдения у наших врагов не останется ни одного шанса, вообще ни малейшего. Благодарим вас очень сильно от всего сердца. Помните всегда, что победа будет за нами.